сегодня я решила провести эксперимент. Эксперимент заключается в следующем. Сколько украшений можно подобрать к вот такой вот одежде? Брюки в клеточку, серый нейтральный топ и такой вот кардиганчик шелковый с вышивкой. Сюда можно выбрать любые туфли. Вот у меня они здесь. И посмотрим, какие украшения. Значит, серебряные веточки, маленькая побольше, медные веточки, они разного цвета, синенькая, такая белая миндальная и сиреневая с аметистом. Ну, в принципе, ткань нейтральная и украшения не очень яркие, поэтому все их я примерять не буду, выберу одно. Главное тут стиль этого украшения. Оно короткое. Его я и примерю. Дальше. Следующее украшение длинное. Вот такой вот кулон локет. Он открывается, можно вставить фотографии. Моносерьга с гранатом. Такой вот кулон птичка сюда подходит, но я его тоже примерять не буду, потому что я примерю вот такой длинный кулон в винтажном стиле. Следующий вариант. Вот такая серебряная моносерьга. Синяя птичка с перьями. Серьги от Zara яркие с кристаллами. Такие же контрастные, как одежда. И базовые серьги с жемчугом. Жемчуг тоже необычной формы, все как сейчас в тренде. А еще забыла, для любителей комплектов еще может сюда подойдет вот такой комплект: браслет и колечко маленькое. И его я тоже примерю и посмотрим, как это будет выглядеть. Все примерим. Что будет лучше, вы можете сами решить. Ну а подходит сюда, конечно же, это все. Поехали! Я приехала в парк, чтобы вам показать все примерки, потому что дома темно и мало места. Здесь как-то на свежем воздухе веселей. И первое, с чего я начну, это со своих базовых сережек с жемчугом и маленького колье серебряного с маленькими цветочками. Это не комплект, я комплекты не люблю, и как раз эти украшения очень гармонируют друг с другом, не перебивают друг друга, не являются яркими, а это базовые украшения, подходящие под все. И яркое все-таки в этом образе пятно – это вот этот вот кардиган с вышитыми бабочками. Украшение, которое я хочу показать, это тоже веточка, я ее сюда подобрала, но она немного большего размера и из меди. Что я хочу сказать, что с цветом металла можно вообще не заморачиваться сильно, потому что сейчас модно эклектика, то есть смешение разных даже металлов в одном изделии. Поэтому сюда ко мне подходит и серебро, и золото, и медь, любой металл. И выглядит это, по-моему, тоже неплохо. У меня есть еще несколько вариантов таких веточек, только разного цвета. Я сейчас вам это покажу. Вот посмотрите, три веточки. Одна серебряная справа, слева медная с аметистами и посередине синими жемчужинами. Но посмотрите, насколько цвет натуральных камней не ярок, и они небольшого размера, поэтому абсолютно все эти украшения могут являться базовыми, подходить под множество одежды, и натуральные камни не имеют очень-очень яркого цвета, их даже подкрашивают, бывает иногда, чтобы они выделялись.
И я в своих изделиях использую не крупные камни, поэтому они могут подходить под много видов одежды. То есть все вот эти вот украшения, и в том числе, которые на мне, они подходят под то, во что я сегодня одета. Следующее украшение из подборки – это украшение для любителей комплектов. Это небольшое колье и браслет. При подборе комплектов, хотя это сейчас не очень популярно, я сама комплекты не люблю, но что поделать. Главное, пользуйтесь правилом, что вещи из комплекта должны быть на достаточно большом расстоянии друг от друга. Ну а для браслета достаточно немножечко подвернуть рукава, и все, браслет будет на виду. Следующий вариант для тех, кто не любит яркость цвета. Берите свое оригинальностью формы. Например, моносерьга. Вот так. А дальше, кто любит не только форму, но и яркость цвета, играйте на контрасте. Вот такая серьга. Моносерьга с птичкой и перьями. По-моему, неплохо. И чем больше в вашем образе будет цветов, тем больше цветовых сочетаний в украшениях вам подойдут. Следующее украшение – это кулон на длинной цепочке в винтажном стиле. Это даже не кулон, это локет. Туда можно, он открывается, туда можно вставить две фотографии, но выглядит он вот так вот, вот по-винтажному, как сатуар. И чтобы его еще подчеркнуть немножко винтажный стиль, я выбрала вот такие вот атласные мюли. Сейчас покажу фотографии. Последнее на сегодня украшение, которое я хочу вам показать, это вот эти серьги. Они фавориты у меня в этом году. Они достаточно крупные, очень яркие. Я показывала, как я подбирала и сочетала подобные серьги с одеждой. У меня есть такое видео на YouTube. А уравновесить их я решила все теми же черными мюлями, они тоже очень яркое пятно в этом образе. А на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, если снова хотите увидеть такие видео. Я буду с удовольствием их для вас снимать. Пока!